Друзья, рад приветствовать вас на своем YouTube-канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. И у нас вновь возродилась очередная рубрика, которая у нас выходит, с вами выходила по четвергам. Это, конечно же, клоны всяких разных там ароматов и, в общем, по большей части арабская парфюмерия. И вот сегодня у нас на обзоре по многочисленным просьбам от Альхамбры, конечно же, Maison Альхамбра, аромат, который называется Avant. Ну, судя по названию, вы могли уже догадаться, что это что-то связано, наверное, с Авентусом. Так и есть. Потому что этот клон, друзья, у нас с вами полностью повторяет аромат Creed Aventus. Ну, как полностью? Я бы сказал, наверное, на 50% где-то он, конечно же, похож. То есть направление, звучание такое же, но от Creed, конечно же, Aventus он очень далек. Он, наверное, приближен, на мой взгляд, больше все-таки к аромату Армав. Вот что-то в нем такое есть. Армав, Клаб де Нуи. Там что-то такое немножко синтетическое, горькое вот в раскрытии бывает. И этот аромат, он очень сильно на него похож. Перед началом видео, конечно же, друзья, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если по каким-то причинам не подписаны. Бейте в колокол, чтобы не пропускать новые подобные видео. И, конечно же, ставьте ваш парфюмерный лайк. А поначалу, в принципе, он такой достаточно, ну, прям приятный. Вот первые секунды. Он цитрусовый, он свежий, он такой прям бодрящий. Но потом начинает какая-то играть такая горечь, какая-то прогорклость, не знаю. И мне он тем самым начинает не нравиться. Пахнет, короче, даже немножко каким-то ацетоном. Вот, прям сильно ацетонистый. При этом какая-то пряность присутствует. Ну, вот так вот. Ну, если вам тут послушать, вы скажете такое, что-то с Кридом связано. А кто это именно, не поймете. То есть, какой из арабов, потому что на Крид Авенту сейчас, ну, я не знаю, просто, наверное, только ленивый не делал клон. Поэтому даже такое есть у Альхамбры. Я не знаю год выпуска этого аромата, потому что его нет на фрагрантике. И вообще, в принципе, я прочитал на Озоне, вот у некоторых продавцов, что не пишут, что это клон прям на популярный очень Creed Aventus. Ну, дизайн, конечно, такой очень дешевенько, половина пластика, половина стекла. Как будто бы такое ощущение, ну, подходишь вот в 90, не знаю, к ларьку, и высматриваешь, что там какие-то там духи стоят, какие-то флаконы. Вот у него примерно какой-то такой, собственно, дизайн. Крышка, кстати, прикольная, она очень такая тяжелая, увесистая, и металлическая, и со вставкой с резиновой. Вот. Это, конечно, по приколу сделано. Ну, блин, крышка классно, спору нет. Сам флакон, ну, какой-то такой, не знаю, немножечко дешманский. Какой-то такой стиль, я не знаю. Если вот так вообще сделать, то похоже на платиновый эгоист, Шанель. Эгоист просто раньше вот такие у них крышки были, захлопывалось. И вот эта жидкость, она похожа очень на эгоиста. Значит, собственно, это, ну, для кого это аромат, ребят? Ну, для кого? Для тех, у кого, собственно, вообще нету лишних денежек, да, и хочется хотя бы какой-то аромат. Ну, для любителей арабов, потому что на моем YouTube-канале очень много любителей арабов. Они говорят, что нафига мы будем покупать там тот же Creed Aventus, который там сейчас стоит 30к, когда можно купить араба. За сколько этот продается араб? Посмотрим. Вот на Озоне я вижу цена на него. Так, сейчас сфотаю даже вам. Чтобы вас не обманывать. Так, сохранить. 1138 рублей. Это самая минимальная цена на него. Арабские Эмираты, мужской аромат. И что-то больше. Так, что тут даже что-то написано? Шипровый, фруктовый парфюм для мужчин. Вот. Исключительностью вдохновлен и драмой жизни исторических личностей. Только мужество осилит эту дорогу. Фруктовый блеск черной смородины, цитрусы, яблоко, цветочное сердце и жасмин, и розы в интерпретации, в интригующем древесном раскрытии пачули дополняют, значит, горькой пряностью. Арабские Эмираты. Внимание на стильный и подарочный дизайн коробки у флакона. Ну, конечно, жесть. Ничего больше такого нету. Ну, цена прям просто, ну, я не знаю, смешная. А есть, конечно, почему-то вот этот Avant, который я вам сказал по этой цене, у него немножко другая крышка. Она больше похожа на Aventus подобные. А эта крышка, она вот такая вот. Здесь два вида крышки.
ценники везде разные. Я не знаю, друзья, я не тестировал другие ароматы. Может быть, они даже какой-то из них хуже, какой-то лучше. Тут очень сложно. Тут надо половину арабов вот этих скупить, этих и тех же, да, чтобы сравнивать. Но не знаю, конечно, не знаю. Я бы такое носить не стал. Вот пахнет ацетоном. Так на каждый день ребятам молодым вообще зайдет самое то. Тут есть вот 1400, там 1600. Ну, не знаю, я бы вот все-таки подкопил бы деньжат и взял бы хотя бы тот худо-бедно Armaf Club de Nuit Intense, да? На рандеухе там с промокодом 10 лав. Либо же Afnan. Ну, то есть что-то из таких клонов, да? Ну, не вот это, ну не совсем же прям вот за это, но это прям я не знаю, конечно. Смотрите сами, если вы любите бренд Alhambra, если вы любите кредовентусно подобные ароматы, можете взять попробовать за копейки вот этого товарища. Вот. Стойкость, друзья, да? Стойкость, она очень слабенькая, вот в районе 3 часов и аромат с кожи просто пропадает. На бумаге тоже долго не держится, на коже тоже долго не держится. Ну, что вы хотели за такие деньги, чтобы аромат вам держался? Нет, бывает, да, такое, но не Avant. Ну, общая еще раз направленность, да, на Creed Aventus есть, как ни крути. Вот он у меня, конечно, без коробки, так что так. Я, друзья, уже, кстати, снимал подобные видео. Их много на канале, найдите. У нас порядка, может, 50 ароматов вот всяких разных таких уже приходило. И впереди еще, конечно же, я сниму для вас обзор на клон Lost Cherry от Alhambra. И сниму еще на Геркулеса клон на Ирода от Parfum de Marly. Поэтому не пропустите новые арабские видео для вас. В общем, все. На этом все. Пишите в комментариях, знакомы с Авантом, не знакомы. Как он вам вообще? Классный, не классный? Какой вообще для вас самый любимый? Из Альхамбры. Аромат, да? Что вообще слушали? Что знаете? Будет интересно почитать в комментариях. Ну и с вас, конечно же, друзья, парфюмерный лайк и подписка на мой YouTube-канал и на все остальные соцсети. Яндекс.Дзен, Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте. Все ссылочки найдете внизу в инфобоксе. Все, всех был рад видеть. Пока-пока. Помните, что аромат — это путешествие во времени.